По итогам заседания глав министерств иностранных дел аравийских монархий, 6 государств Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану. Среди арабских стран Персидского залива первыми государствами, поддержавшими афганцев после прихода к власти талибов, стали Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Кроме того, эти страны оказали помощь в эвакуации афганцев с иностранным гражданством. Министр иностранных дел Катара стал первым иностранным высокопоставленным чиновником, посетившим страну после прихода талибов к власти.